Приветствую вас. Грузия на почетном первом месте в списке топ-5 лучших турнаправлений мира англоязычного издания Индии «The Times of India». Помимо Грузии в топ-5 список попали Бутан, Шри-Ланка, Оман и Мадагаскар. Кстати, Грузия имеет статус безопасной страны, опережает 25 стран-членов ЕС и все страны-кандидаты. Грузия находится на 4-м месте после Хорватии, Словении и Исландии в списке топ-5 стран Европы, где безопасно и ночью. В текущем году цены на туры в Грузию повысились на 10%, особенно затрагивая пляжный отдых в Батуми и Кобулете. У интуриста есть более 20 экскурсионных программ по Грузии от 24 тысяч рублей на человека. В прошлом году Грузия получила рекордные доходы от туризма в размере 4,1 миллиарда долларов. С 13 мая национальная авиакомпания Грузии Air Iberia планирует прямые авиарейсы из Тбилисского международного аэропорта в лондонский аэропорт Гатвик 3 раза в неделю. Около 50 работ грузинского художника Нико Пиросмани после международного турне вернулись в Грузию, в Национальный музей страны. В Грузии из-за технических работ временно закрыли для посещения каньон Окаце. В каньоне множество озер и водопадов. Здесь есть также подвесной мост. Уникальная туристическая тропа длиною около 1 километра, на высоте 140 метров. Пару дней назад известному грузинскому футболисту из итальянского клуба «Наполи» Хвиче Кварацхелия исполнилось 23 года, а грузинской королеве джаза Гиули Чохели исполнилось 89 лет. В 1967 году на международном музыкальном фестивале в Сопоте Гиули Чохели стала обладательницей гран-при и попала в число 5 лучших исполнителей Европы. Азербайджанская 21-летняя девушка из Грузии Асмар Нуриева стала пилотом одной из крупнейших авиакомпаний США United Airlines. Ее приняли на работу после успешной сдачи сложнейших экзаменов в Epic Flight Academy во Флориде. Удачи всем вам!